Друзья мои, всем приветики. Сынули. Идем. Идем, девочки. Дышим свежим воздухом. Любуемся. Тут дети катаются. Катаются на коньках. На горке. А ты не хочешь сына на коньках кататься? Даня у нас дома. Лежит, отдыхает. Девочки, он у нас заболел. Парень, вчера температура была. Сегодня утром позвонила, слава богу. Температура спала. Была 37. Вчера была 38,9. Так что он, парень, один дома остался у нас. Марина водится с Матвейкой. Виталя со мной. Сестра пошла по своим делам. В общем, каждый занимается своим делом. А мы пошли прогуляться по магазинам. Мы, девочки, нагулялись по магазинам, пришли домой. У нас тут папка с работы явился. И Матвейке принес. Что, Матвеечка, что папа принес тебе? Что он тебе купил? Что это за такое? Что за наборчик такой красивый? Посуда? Ой, так тут не только посуда. Подожди. Нет, посуда. Мне показалось, открывашки. О, ничего себе. Тут и ложечка. Тут и вилочка. Тут, ну, и ролик для... Как же открыть-то, а? Ага. Для нарезания пиццы. Сковородочка, кастрюлька. Ничего себе. Овощечистка. Ты где ты такой купил? Кулинарный набор. Это из фикс-прайса, что ли? Да. Ничего себе, какой наборчик, Матвейки. Да? Вот так. Ой, а мы тоже, девочки, нагулялись, находились. Ой, ну что? Сейчас кое-что поубираю. Мыла посуду, убирала. Тут вот формочки. И буду готовить. Будем готовить, девочки. У нас будет грудка куриное филе. Грудка с шампиньонами. Так, сейчас... Поубираю лишнее, помою, у меня там посуды немножко. И будем заниматься готовкой. Пока, девочки, Матвейка играет, я занимаюсь ужином. На ужин у меня будет куриная грудка с шампиньонами. Шампиньоны я сейчас порежу, обжарю их на сковородке. У меня будет картофельная запеканка в такой вот формочке. Картошку сейчас соломкой порежу. Буду заливать яйцом. Тут вот у меня 5 яиц. Домашнее молоко. Муж вчера молочка разморозил. Оно такое неплохое, жирненькое. Я сейчас вот так вот сделаю. Пару поварежечек. И взобью. Это мы будем заливать нашу запеканку. Будет вкусненько. Вкусный ужин готовим. Приготовила, девочки, все ингредиенты. Яйцо взбила с молочком домашним. Картошечку порезала соломкой. Грибочки, шампиньончики с луком. Грудку. Так, начнем пока с нашей запеканочки. Так, маслице, что ли, сделать? Ой. Нагулялись по магазинам, девочки, сегодня мы пришли. У нас есть что покушать, но что-то так мне захотелось новые формочки испробовать. Так. Саша, а что он у тебя там кричит? Так, маслице чуть-чуть сделаю. Ой, находилась, пешком ходили, девочки. Ходила, ходила, в общем, пришла домой. Живот затвердел, ничего делать не дает. Поплакала. А делать, говорю, надо. Хочу вот что-то свежего. Меня сегодня что-то как-то подташнивает. Интересно прям. И все, я говорю, приготовлю запеканку. Давно хочу куриную грудку. Решила сделать с шампиньонами. Шампиньоны надо сейчас поставить, обжаривать. Ты бы включил мне это. Кого? Конфорку.
какую-нибудь комфорочку. Посолила. Сейчас вот так вот мы порционально разложим. Ну, хорошо. Виталя у нас пошел своими делами заниматься. Даня болеет, в своей комнате отдыхает. Вот. Марина тоже с Матвейкой насиделась, пошла по своим делам. Так, ну что, вот, девочки, так легко и простенько. Можно в одну большую сделать, но вот очень удобно. Так вот, порционально. Все. Угу. И в духовочку. Можно отбавить, наверное. Что-то я сюда переборщила маленько. Ну вот. Такие вот две формочки. Шампиньоны мы сейчас обжарим. И продолжим дальше. Так, это все мыть опять. Мыть, убирать. Духовку поджигать. Духовку вкуснятину нашу отправлять. Так, буду шампиньоны жарить сейчас. Обжарила, девочки, шампиньоны. Надо бы, конечно, дать им остыть. Грудки наши. И мы сейчас будем вылаживать наши шампиньоны. Так вот. Я тут немножко подрезала, так вот, как углубление сделала. Наши шампиньончики вот так вот обжаренные. Выложим в нашу грудку. Не могу, девочки, вот суп стоит у нас, каша есть. В общем, есть что кушать, но вот хочется свеженького. Не знаю, что-то мне так захотелось. И решила я, в общем, приготовить. Вот так. Получится как, ну, не фаршированная грудка, как, я не знаю, как это назвать. Вкуснота. Красота и вкуснота будет. Наша запеканка уже в духовке. Будет у нас вкусный ужин. Так, вот грудку мы, в общем, как бы начинили вот так. Я сейчас доделаю, девочки, переверну камеру и покажу. А сверху мы будем ложить сырок. Вот так, девочки, получилось. У меня упаковка шампиньонов была. Шампиньоны я обжарила с одной луковицей. Посолила, поперчила. Грудка у меня тоже одна упаковочка, в общем. Тоже посолила, но не поперчила. Сверху мы вот так вот положим сырок. Можно сделать помидорку, может, кто-то так и делает. Но я что-то не хочу кислого. И решила, в общем, вот так, по-простому. Вот и все. Вот и все, девочки, легко и просто. Сейчас мы наш противень с нашими вкуснейшими грудками, начиненными шампиньонами, отправим в духовку. И будем ждать наш вкуснейший ужин. Наша картофельная запеканочка, девочки. Сверху сделаем сырок. Скоро готово уже будет. Муж не ждет, кушает супик. Супчик. Так, сырок мы сделали. И отправляем обратно в нашу духовочку. И ждем до готовности. Красота. Пока у нас ужин готовится, мы отдыхаем, да? Где у мамы животик-то? Кто в животике живет? Котик живет. Насекомых изучали. Котик живет. Это кто? Это же гусеница. Гусеничка. Ой. Балуешься. Как начнет баловаться, это вообще. А иди посмотри, кто это, какая красивая. Матвей. Ой, девочки. Ой, что-то голова так разболелась.
Такое самочувствие вообще прям дурацкое. Марина еще пришла. Запахи не переношу. Не знаю. Тут муж что-то в печку подбросил. Как давай этот запах мне в нос бить. Открыла все окна. Хочу свежего воздуха. Марина пришла. Какими-то духами вонючими пахнет. Я не знаю. Иди сюда к маме. Смотри, кто это тут? Кто это нарисованный? Кто это? Вот это кто красивый такой? Это гусеница. Я тебе сегодня рассказывала, как появляется бабочка. Бабочка появляется. Бабочка отложила личинки, яйца. Из яиц вылупилась гусеница. Гусеница превратилась в кокон. А кокон превратился в бабочку. Интересная, кстати, девочка, книжка. Какая-то из экспресса. Мир насекомых. Балуется, балуется ребенок. Всю посуду разбросал новую, наигрался ей, да? Даже сыр нарезал папка ему и на вилочку. На какую вилочку-то папа тебе сыр-то делал? А? Не стукнись, где вилочка? Помоги! Угу, вот так вот. Папочка, помоги ему. Ну, видишь, давай, что тебе сынок помочь? Балуется. Матвейку помочь. Помочь упасть, что ли? Матвейке, говорит, помочь. Иди ко мне. Да вообще ничего не нравится. Живот девочки ходуном ходит. Тихо ты. Ты слышал, что он сказал? Я говорю, кто в животике живет? Кисы. Нет, там сестричка у тебя живет. Киса там живет. Да. Так что вот так вот проходит наш вечер. Да, Матвеечка? Кто в животике живет, Матвейка? Ляля. Ляля. Вот так. Тетя Ляля. Ляля живет, да. Сестричка там у тебя, да? Ляля. Чем она там занимается? Чем занимается? Чем-то она там занимается. Чем одеяло мыть? Балуется, наверное, тоже так же, как Матвейка, да? Дую голову. Ну, потому что ты балуешься. Ты зачем ей стукаешься об стену? Папа, дуй. Все. Стукнулся. Ага, папа, дуй. Вот так вот. Ну что, пора, наверное, смотреть наш ужин. У нас, наверное, грудка уже готова. Запеканки наши готовы. Ой, уже хочется кушать. А я сегодня, кстати, только завтракала. Не знаю, может, из-за того, что подташнивает меня. Ой, какой-то девочке токсикоз, что ли, я не знаю. Вообще. Я аж напугалась, а меня что-то как давай выворачивать. Бывает же поздний токсикоз, не дай бог. Так что, ладно, идем смотреть наш ужин. Ой, наши грудки вкусные. С шампиньонами. Все, готово уже. Не можешь вытащить, что ли? Давай аккуратно, хоть не урони. Ой, вкуснятина-то какая, девочки. Запеканка. Запеканка наша подостыла как раз. Так что вот такой вот у нас получился ужин вкуснейший. Будем пробовать. Понравились, девочки, мне вот эти вот противнечки. И хочется... А что ты, зачем ты разрезаешь? Одну разрезай. Я думала, две. Ну, мы же столько не съедим. Вот мне четвертинку. Ну, тут еще грудка целая. Плюс я буду кефиром это все запивать. Да? Конечно. Ты будешь кефир-то? Да. Ну вот. Так, нам надо лопаточку или чем? Аккуратненько. Ну давай ложкой вот так вот. Так вот раз. На, ложь в тарелочке. Будем кушать с Мариной. Папка у нас наелся.
Дани мы унесем туда. Виталя не знаю. Что, Виталя вроде тоже наелся. Но грудку-то он будет, конечно. Вкуснятина. Так что, девочки, вкуснейший у нас ужин. Кто кушает, всем приятного аппетита. Готовьте вкуснятину. Ложь. Ну, так вот. Вот такой, девочки, у нас ужин вкуснейший. Готовьте вкусные обеды, завтраки и ужины. Всем приятного аппетита. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Всем огромное спасибо и до скорых встреч, друзья. Будем ужинать.